Друзья, всем привет! Меня по-прежнему зовут Никита. Канал называется также «Артист Арчери». И записываю интересное видео по ништякам с Алиэкспресса, какие мне вот пришли недавно. Ходил сегодня на почту, поотправлял посылочки и забрал вот такие вот прикольчики. Кстати, еще одно небольшое отступление. Помните розыгрыш, который сейчас проходит у меня на Фейсбуке? Я, конечно, вообще в шоке просто. За вот эти дни, за 7 дней репост сделали больше 1200 человек. Вы представляете, больше 1200 человек репостнули этот пост с этим луком. То есть хотят получить лук. Я, конечно, вообще в шоке был от этого. Я думал, всего будет человек 200, но не за 7 дней 1200 человек. Это, конечно, жестко, очень мне нравится, классно, молодцы ребята, хотят лук, классно, репостите, все отлично. Значит, ну и переходим непосредственно к вот этим вот моим прикольчикам, какие мне приехали. Смотрите, заказал себе наконец-то перчатку, вот такая перчатка, покупал я это все 11-го, когда были большие скидки, но посмотрев, скидки всего лишь 10%, то есть цена поднялась на 10% после скидок. Вот такую перчатку нашел. Смотрите, вот это все кожаное, прострочено хорошо, здесь резиночка, вот такая, и здесь на руку. Сейчас покажу вам, как это все выглядит. По цене она мне обошлась в 4 доллара, в 4, там, ну, буду округлять так, в 4 доллара мне вышла перчаточка вот эта. Ну, кто видел на соревнованиях, как я стрелял, тоже сделал сам кожаную такую на пальцы, то есть, ну, это не сильно удобно было, и плюс она тонкая. Как бы передавливала, все равно на сильных луках передавливала пальцы. Вот такая перчатка, сидит она очень плотно. Такая, хоть у меня пальцы и маленькие, я бы так сказал, но сидят очень плотно. Если бы пальцы были больше, ну и не знаю, мне кажется, что было бы уже проблематично их сюда засунуть бы. К сожалению, у меня не получилось пострелять. На улице очень плохая погода. Идет дождь, снег, и натягивать просто без стрелы с новым снаряжением мне стрёмно, чтобы не было холостого выстрела. Это когда погода нормализуется, уже будем непосредственно отстреливать, тестировать вообще, что оно как. Но по ощущениям кожа очень-очень плотная. Не знаю, как я буду пальцами поддерживать, не будет ли у меня соскакивать, не знаю. Ну так, сидит очень классно. Дал друзьям попробовать тоже, дели, ну, говорят, прикольно. Вот такая перчатка с Алиэкспресса за 4 доллара. Если интересно, ссылки добавлю потом под видео. Смотрите, что еще ко мне приехало. Да, я вам говорил, может кто-то слышал, ну кто следит на канале, подписанный, что я хочу освоить стрельбу с кольца. Мне хочется стрелять с кольца, как с релиза, как с бочного лука. Ну не знаю, так это или не так будет, посмотрим. Значит, смотрите, вот такое колечко. Сейчас попробую вам фокус сделать сюда. Вот такое кольцо. Оно бронзовое или латунное, я уже не помню. Ну, похоже на латунь вроде такое блестящее. А может оно вообще надированное чем-то. Хрен его, сотрется, не сотрется. Напильником я его не тер. Ну, вот такое вот колечко. Кольцо мне вышло в 8 баксов. В целых 8 баксов. Конечно, это, причем это самое дешевое кольцо, которое я нашел на Алиэкспрессе. Самое дешевое кольцо. Остальные 15, 18, 20 долларов. Вы представляете за кольцо? Это, конечно, сильно. Хотя мне понравилось одно кольцо, да, за 20 и за 25 баксов. Оно вот тут большое такое, резное. Тут полностью все резное, резное, резное. Такое очень красивое. Толстое вот такое. Но, блин, за такие бабки как бы я не решился. Думаю, что для начала мне этого кольца тоже будет достаточно. Самое сложное в кольце, это подобрать его размер. Вот этот вот, чтобы оно не слетало. Так как пальцы у меня маленькие, еще раз говорю, у меня кольца все очень маленького диаметра. Вот это расстояние у меня 19 миллиметров. Кстати, на YouTube есть ролик, великолепный ролик, я его смотрел, человек рассказывает там минут 20, как подобрать кольцо себе на палец, как нужно мерить, что нужно мерить, как нужно придавить, в каком месте. То есть я вот это видео посмотрел и выбрал. То есть вот это кольцо 19 миллиметров, самое маленькое кольцо, которое было у продавца. И вообще на всем Алиэкспрессе, по-моему, меньше 18 миллиметров колец нету. Ну, 18 это, мне кажется, очень мало. Взял 19 и до 24 миллиметров вроде больше. 19, так как, думаю, если будет мало, расточить всегда успею, а если будет много, все, уже оно тебе не подходит. Взял посылку, пока шел домой, распаковал, пытался как его одеть, там вроде и так одел, думаю, а как тетива будет сюда цепляться, шел, думал, короче, кольцо одевается вот так. Кольцо одевается вот так вот. Оно сидит очень плотно, кстати, когда
Когда вы держите вот так, то есть оно вот снимается у меня, ну вот видите, то есть с проворотом, вот таким образом. Если же вы его одели и вот так палец согнули, все, то есть оно уже не снимется. Вы меня спросите, что это у тебя лежит, вот это, что это такое? Это такая штучка, сейчас я вам ставлю фотографии, то, что было на коробочке нарисовано, я выбросил уже. И увидите, для чего нужна вот эта штука. Ну, как вы поняли, нужно подставить и вот так вот ей притянуть. Не знаю, когда я был на соревнованиях, я у ребят не видел, чтобы была вот такая вот хрень, можно сказать, притянутая к кольцу. Не видел я ни у кого. Не знаю, надо это делать, не надо. То есть посмотрю, как бы пишите, кто стреляет с кольца, нужно это вообще или нет. Как бы я, ну, не знаю, пусть вот лежит она. И вот эти отверстия тоже для этого. То есть сюда вот видели веревочки, им притягивать. Не знаю. Как бы тоже с кольца я еще не стрелял. И в холостую, без стрелы, тоже натягивать я боюсь. Потому что я не знаю, как оно себя может повести. Ну, будем, когда нормализуется погода, будем стрелять уже нормально. То есть со стрелой будем пробовать. Ну, так оно сидит очень, очень классно. У меня, видите, строение пальца. Вот это место маленькое очень. Вот это. А кость большая. То есть оно как бы тут болтается вообще. А тут все, на кости сидит. Ну, как бы оно так и должно сидеть. Вот. Вот оно, видите? Посмотрим, как будет с тетивой. То есть вот, вот так вот взводим, сюда тетива попадает. Все, вот держим вот так вот тетиву. Все, палец скинули, тетива ушла. Посмотрим, как это будет получаться. Не сорвет ли мне тут кожу, не улетит ли это кольцо вместе со стрелой. Не знаю, очень интересно. Как бы пишите свое мнение, что вы по этому думаете. Стоило покупка своих денег, не стоило. Будет оно нормально, не будет. Интересно даже, вот что вы думаете по этому поводу. Как бы не знаю, посмотрим. Очень мне интересно, хочется попробовать, как это все будет. Но пока плохая погода. Как только все будет классно, будем стрелять. То есть все, если интересно вам, пишите обязательно как бы по ссылкам. Я добавлю ссылки на эти товары. Все, друзья, ставьте пальцы вверх обязательно, подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте. С вами был Никита, канал Artist Archery. Всем пока!